Городские службы устраняют последствия ночного шквального ветра. На улице Урицкого сломано сразу два 18-метровых дерева. Они переломились пополам, как спички. Теперь их ждет утилизация. Подобная ситуация на Гагарина, Вилоновской, Максима Горького и Революционной. Клены и тополя не выдерживали напора стихии ни во дворах, ни в парках, ни на улицах вдоль дорог. Освободили все дороги, которые преградили падением деревьев. И сегодня дорабатываем то, что не мешает движению транспорта. Это будет продолжаться, то есть до 16 часов мы постараемся весь город почистить, чтобы был чистый. В городе ветер снес 35 деревьев, почти половину вдоль дорог. Городские службы их убрали в первую очередь еще до полуночи. Приводят в порядок также парки, скверы и дворы. Восстанавливают уличное освещение по Мичурино. Там ветер свалил два столба. Сегодня к исходу дня все деревья, которые были упали, точно на проезжей части, ну еще три дерева, мы это сквер, один на Мичурино и сквер Родина на Безымянке, там три дерева, их должны разделать и увезти. По дворам, наверное, 2-3 дня их уберут. Во время шквального ветра самарцы не пострадали. Стихия также не повлияла и на работу общественного транспорта. Городские власти решили до особого распоряжения дополнительно организовать специальные аварийные бригады муниципальных предприятий «Спецремстройзеленхоз», «Горсвет», «МП Благоустройство», «Жиллидер» и управляющих компаний. Они будут задействованы в случае погодных форс-мажоров. Поливомоечные машины «МП Благоустройство» уже помогают МЧС в их дежурстве. Сергей Кизоркин, Николай Епифанов. События.